туда. Смотри. Ой. Да, вижу. Поэтому подумали, что это кобель. Вот или опухну с половым членом. Хочешь, будешь ложить ее на бочок? Надо? Ну, могу так. А, красота. Угу. А так? Что не чувствую? Ну, ее расщупал, что ли, лимфоузлы у нее увеличены. Биометра нет там. Никаких там выделения есть какие-то из влагалища? От глазов непонятно, да? Либо да, устёк там. Надо. Просто знаешь, она упитанная как она бы. Жирная, да. Ну как бы да, то есть кормили, да? Может все-таки потерялась? Как надо, с другой стороны опухоль появилась. Хозяева могли умереть или еще что-то. Взяли, выкинули собаку. Следующее. Что, красавица? Ну, мы, конечно, взрослые. А что она там лежала, не вставала? Не знаю. Мы как бы реально взрослые очень. Да, косоулечка? Так, кошку, иди. Угу. Вот такой вот маймущий маймо. Ну так адекватная. Ну, так визуально, да. Ну, собак там не рыкнула. Кошек тоже сильно не кинула оттуда. Что дальше, как всегда? Вопрос. Ну да. Насущный. Ну, во-первых, она может не перенести операцию. То, во-первых. Во-вторых, даже если перенесла операцию, куда дальше? Ну, да. Жителей не особо много. Ну там. Год, два, ну там три потолок. Так, с хорошими натяжками. То она очень старенькая, жирненькая. Присела, да. Да, коровка? Вот.